Мир всем, братья! Хорошо ли меня слышно? Брат Иван, хорошо вас слышно. Все, тогда помолимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровища благих, и жизнеподателю приди вселися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Владыка Господи, Бог наш Иегова, просим и молим Тебя в этот день дать нам благословение на эти занятия, просветить нас светом заповеди Твоих святых и даровать нам ревность к исполнению Слова Твоего. Ибо без Тебя ничего не можем делать. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, братья, сейчас мы... Кто там просит подключить? А, нет. Мы с вами... Сегодня будем проходить послание Колоссянам святого апостола Павла. Послание святого апостола Иакова мы уже с вами прошли в прошлый раз. Вот сейчас можно прочитать справку в Википедии, что это и где это. Кому адресовал послание апостол Павел? Ну, здесь вот, видите, написано правильно Колоссянам. На второй О ударение. Ну, не знаю. Может, оно и правильно. Как привыкли называть, я не знаю. Но я чаще всего слышу Колоссянам. Давайте называть Колоссянам. Книга Нового Завета, написанная апостолом Павлом и адресованная христианам фригийского города Колоссы. Книга относится к поздним посланиям, написанным апостолом Павлом во время пребывания в заключении. Вот. Язык оригинала древнегреческий койне, то есть это разговорный греческий язык, не какой-то там специальный церковно-греческий. В простом языке писалось. Город Колоссы находится в 160 километрах от Эфеса. Павел никогда не был в этом городе, однако ученик Христа и соратник Павла Епафрас
основал здесь христианскую церковь. Послание написано в Риме во время первого заключения апостола. В 60-62 году или даже 64 году. По содержанию оно близко к посланию к Ефесянам. И, видимо, было написано одновременно с ним. В частности, акцентирована тема церкви, которая есть тело Христово. Также он говорит о ветхом человеке. Более глубоко прорабатывается образ Христа, который был рожден прежде всей твари и принимал участие в сотворении мира. Ну, здесь можно вот посмотреть карта. Да? Где у нас тут Колоссы? Сейчас попробуем найти. Вот они, да, Колоссы. Недалеко от Лаодикии, кстати. И Филадельфия тут тоже рядом. Можно немножко отдалить. А, то ну так совсем мелко, да? Видите? Ну, в принципе, послание было известно древним отцам церкви. Оно упомянуто у Рене Леонского, Тертуллиана. Ну, здесь у нас основные темы, но это мы будем проходить уже с толкованием блаженного Феофилакта. Глава первая. Так, Виктор, да, брат, хочет подключиться. Сейчас попробуем. Глава первая. А, нет, предисловие. Все послания Павла святы, но особенно те, которые он рассылал, находясь в узах. Он посылал их как полководец во время сражения, вполне уверенный в победе. И сам Павел считал это великим и славным, ибо когда пишет к Филимону, он говорит, которого родил я в узах моих, Филимона 1:10, сказал же это для того, чтобы и мы не сокрушались в бедствиях, а скорее считали их за честь. Таких посланий много. К Ефесянам, к Филимону, к Тимофею, к Филиппийцам и это, Колоссянам. Все они написаны в узах. Как он писал к римлянам и евреям, не видавшие их, так он пишет их Колоссянам, не видавшие их предварительно. Среди их были Филимон и Архип, которому, мне кажется, поручено была даже какая-то церковь. И пишет Колоссянам по следующему поводу. Между ними появилось некоторое нечестивое учение. Они думали, что не через сына, а через ангелов приведены к Богу Отцу, считая нелепым верить, что в последние дни явился Сын Божий, между тем, как в Ветхом Завете все совершалось через ангелов. Притом они соблюдали многие иудейские и эллинские обычаи, наблюдая дни, времена, яства. Все это, конечно, требовало исправления и побуждало апостола написать это послание. Ну вот, слава Богу, что оно до нас дошло. Тоже. Не все, не всякое послание дошло, да, вот к Лаодикийской церкви не дошло, которое упоминается, тоже упало.
Первая глава, первый стих. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, и Тимофей, брат. Толкование блаженного Феофилакта. Сразу же и вначале незаметно опровергает их мудрование. Ибо не ангелов апостол, а Иисуса Христа. И воля Божия на то, что он апостол того Христа, а не ангелов. Итак, если я по воле Бога апостол, то ясно, что я истину проповедую. Что же такое? То, что с сыном мы приведены к Богу, что мы освободились от иудейских и эллинских обрядностей. И заметь, предлог «по» поставлен перед словом, что означало «Бог Отец». И Тимофей, брат. Выходит, и он был апостол. Вероятно, он был также известен им. Видите, с первого предложения он сразу же опровергает заблуждение, которое в Колосской церкви было. Что он именно Божий апостол. Иисуса Христа, волю Божию. Не ангелов. Второй стих. Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе. Толкование. Колоссы – это город Фригии, который ныне называется Хоны. Это видно из того, что Лаодикия есть соседняя с ним страна. Отчего же вы стали святыми? Не через крещение или в смерть Христову? Почему называетесь верными? Не потому ли, что веруете во Христа? Не потому ли, что верены вам великие тайны от Христа? Ибо верными мы называемся не потому только, что мы уверовали, но и потому, что вверены нам от Бога тайны, которые даже и ангелы не знали. Почему, братья? Не по делам ли своим или добродетели? Нет, но во Христе. Как же после этого вы приписываете ангелам приведение нас к Богу? Видите, как раньше обращались? И апостол Павел в каждом своем послании так обращается. Приветствую всех святых, всем святым и верным. Ну, сейчас такого не услышишь, да, братья? Могут приветствовать, сказать там, всем архигрешным, многогрешным, супергрешным. Ну, вот так вот сказать, святым и верным. Ну что, как будто скажется еще в прелести, мы там себя святыми верными считаем, да? Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Господа Иисуса Христа. Благодари Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Толкование. Имени Христова не присоединяет здесь, хотя это было у него обычно, чтобы не тотчас с первых же слов явно напасть на них и тем же восстановить их против ниже следующего содержания речи. Пусть же скажут уничижающие святаго Духа, почему Бог – Отец наш, через Духа ли? Великое превышающее ум, кто даровал нам, не Дух ли? Как же после этого ты его так умоляешь? Иисус Христос есть Господь наш, а не слуги, ангелы. Павел показывает любовь свою к нам не только благодарением, но и непрестанной молитвой о нас, ибо и тех, которых не видел, всегда имел в себе. И помните, еще в послании к евреям доказывается прям такое, как Геннадий Фас говорит, это скорее такой полемический трактат, что насколько Господь Иисус Христос выше ангелов, там неизмеримо выше, так и здесь. Что это совсем Сын Божий, все предано Ему Отцом. Христос говорит, я и Отец одно. К
кто мог тогда понести эти слова в то время-то? Ну, практически только избранные, да, которые, как вот и такой вот Симеон Новый Богослов пишет, если слышишь слова Господни, ну и особо там не копайся, а тебе надо веровать в эти слова. Но так и здесь, вот те, которые уверовали, когда Евангелие от Иоанна, 6 главе, Христос говорил, «Сие есть тело мое, истинное питье, кровь моя истинное питье, и тело мое истинная пища, кто не будет есть тело моего, пить крови моей, не будет иметь все жизни». Ну, кто остался с ним? Только тот, кто вот сказал, «Господи, а куда нам идти? У тебя глагол вечной жизни». А кто начал у себя там мудровать, что-то своим умом, пытаться все это как-то объяснить, или как-то прямо поняли по-плотски грубо, то они отошли от Господа. И он даже и не стал их удерживать. Он не сказал, да что вы, я же, как эти еретики учат, да это же образно, это же символы и знаки, там. Я образно сказал, вернитесь. Нет, он сказал ученикам, не хотите ли вы отойти? Куда нам идти? У тебя же глагол вечной жизни. Вот они поверили, уверовали. И четвертый стих. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Толкование. «Благодарим Бога, — говорит, — потому что мы слышали от Эпафродита о вашей вере во Христа Иисуса, а не в ангелов. Через это он располагает их к себе, потому что имена эти Христос и Иисус — символы благодеяния, ибо он принял помазание за нас, и он же спас народ свой от прегрешений». Не к тому или иному, но ко всем, следовательно, и к нам. Так что вы с удовольствием будете слушать нас. Это речь человека, предрасполагающего их к себе. Под любовью он разумеет милостыню и общение, как и в других местах. Вот видите, как. Ну, и обязательно похвалит, да, что ваша вера. Услышал он о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Значит, были дела любви. Видите, это речь человека, предрасполагающих к себе. И пятый стих. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования». Толкование. «Вы любите, — говорит он, — святых не из человеческих расчетов, но в надежде на будущее благо. Или же мы благодарим Бога, что вы имеете наследовать нетленные блага, ибо не на земле отложено, где оно подверглось бы тлению, а на небесах, где оно и цело, и безопасно. Итак, не колеблетесь в уповании, ибо отложенное вам находится в надежном месте. И это относится к тем, которые подверглись испытаниям, чтобы они не искали здесь освобождения от них и не унывали в испытаниях, так как они имеют великое вознаграждение. Не сказал проповеди, но благовествование, дабы напомнить им о благодеяниях Божьих, ибо благовествование есть возвещение о благе. Но если оно есть слово истинное, то значит в нем нет лжи. Как же вы делаете его лживым, не веря, как прежде были научены им, именно через Христа Спасителя? Кто же был там проповедником? Епафраз, как это видно из следующего. И вот можно обратить внимание, да, в надежде на уготованные вам на небесах. То есть верующие, они спасены в надежде, мы имеем надежду. Но еретики учат, что все, ты уверовал, ты уже спасен.
Радуйтесь со мной, люди, нет сомнений, я спасен, пусть весь мир твердит иное, знаю я Христом спасен, знаю я Христом спасен. Их песня даже такая есть. Видите, а Павел не так. В надежде на уготованные вам на небесах. Потому что написано в послании к евреям, что вы причастники Христу, если, в условиях говорится, твердое упование, которое твердо сохраните до конца. То есть сохранить надо. До конца. Тогда вы причастники Христу. И Иуда, как он имел все дары духовные, абсолютно, и исцелял больных, и что, чудеса творил, бесов изгонял, а видите, вот такое падение. И даже вот Петр тоже трижды отрекся. Вопрос хотел задать я. Пожалуйста. А ты пролистнул. А, вот да, вот здесь. Уготованные вам на небесах в надежде. А в другом месте апостол говорит, что и ухо не слышало, и глаз не видел, что уготовил Господь любящим его. Как оно здесь созвучает? В чем? Как думаете? Братья, у кого есть ответ, может? Слово про небо идет. Был на небесах, говорит апостол. В теле или вне тела? Ну да, апостол там говорит как бы от другого человека, от имени, да? Ну, все понимают, что это он о себе говорил. Ну, это очень легкий вопрос, просто еще задержимся на небесах. Очень нравятся мне небеса. Хоть ты и сказал правильные как бы слова, но я не всегда так реагирую бурно. Я беседовал и много с баптистами, с пятидесятниками. И я соглашался даже, когда они говорили о спасении от Христа. Я соглашал, конечно, Христос спасает, несомненно. Зачем бы он пришел? Но мы спасемся или нет? Вопрос вот так надо ставить. Мы, вот ты, вот я, вот сегодняшний, спасемся или нет? Как можно об этом сказать? Это Господа поставить перед собой, да? И сказать, ну-ка, спасай меня. Ну и часто они соглашались, говорили, ну вообще-то, да, до конца мы не можем узнать. Часто. Ну, а некоторые просто, да, стояли на своем, что спасены, спасены. Да, у них даже вот считается, мы, ну, они там про себя считают, они спасенные все, спасенные. Бац, кто-то отпадает, там в мир уходит или еще куда-то. Или в православие там. Вот, и они говорят, а, ну, значит, он и не был спасен. То есть вот на все такой ответ. У нас в православии понятней. Спаси и сохрани, Господи. То есть понятно, что есть спасение. Господь нас может сохранить для этого. Ну, вот надежда для этого дана нам, в частности, чтобы мы хранились. Но это все-таки просьба Господу. Просьба, Господи, спаси и сохрани. Спаси, то есть наше вечное желание. А это молитва уже. А непрестанно молитесь, говорит сам апостол. То есть и тогда все созвучие здесь идет со всем Словом Божьим. А когда ты настаиваешь на том, что ты спасен, то это не гордись, а бойся, написано опять же апостолом Павлом. Про, ну, не о евреях, а о язычниках. А евреи тогда скажут, о, ну тогда я-то спасен. Да нет, нет, евреи, вы куда? Подождите, как бы сейчас... Дверь из двух половинок, врата на небеса открыты. Пока открыта половинка евреям, евреи входят. А что язычники, язычники входят? А евреи что, не могут войти? Ну, могут и они войти. Вот отец Наум у нас еврей. Он же вошел, я считаю, верующий. Тем более священник. Ну, это как бы так примером привожу. Но в основном-то вокруг, где ни оглядись, язычники, из язычников бывших.
Мы не успели перейти в разряд прозелитов. Ни наши отцы, ни наши предки. Ну, вот здесь я имею в виду славяне, там германцы. Далеко были от этих мест, где происходили эти события торжественно великие, будем так говорить, в Палестине. И поэтому нам досталось язычество. Все. И поэтому не гордись, но бойся, чтобы тебе не отпасть. Поэтому даже в этом плане мы должны вести себя очень скромно и тихо, как говорит опять же апостол. В надежде на уготованное вам на небесах. На уготованное вам на небесах. Но здесь никакого разночтения-то нету. Просто люди очень хотели знать, а что ж там такое уготовано? А спасение уготовано, а что это, как это будет? По житиям святых приблизительно знали, что будут там какие-то обители, какие-то дары будут. То есть вот Господь сам говорит, что тело будет оно странным у нас. Оно будет перемещаться сквозь материальные какие-то вещи, там стены, там двери. Как он, помните, появился? 20 глава, да? Евангелия от Иоанна. Сквозь двери прям прошел. Они были заперты от иудеев. И вдруг он посреди них встал и сказал: «Мир вам! Дух Святого, Духа Святого дал». Но не в полноте Духа Святого дал. «Примите Духа Святого». Может быть, он сказал, что «примите Духа Святого», а может быть, сейчас «примите Духа Святого». Ну, получилось и так, и так. И приняли Духа Святого, и потом приняли Духа Святого. Но Духа Святого нельзя сильно-то разделить. Это мы так уж по-человечески, своим антропометрическим данным, по-гречески, если перевести, разделяем Духа Святого. Как ты его разделишь? Дух Святой – это же третье лицо Пресвятой Троицы, ипостась Бог, истинная от Бога, Бога истинной. Так что, и поэтому то, что уготовано на небесах, оно будет уготовано. Есть мы не будем, жениться не будем, хотя супруги, если они будут верующими на небесах, то как бы они будут чтиться, почитаться как супруги, верующие супруги. Но не будет никаких уже чувственных отношений, будет только духовное. Ну, в принципе, мы к этому и здесь подходим. Некоторые подошли, некоторые подходят здесь на земле еще. Вот. Все. А вот еще апостол Петр писал, что как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Может спросить, ну ты же спасенный, зачем тебе возрастать во спасение? Возлюбить чисто словесное молоко, да, это, то есть Слово Божие. Вот. Ну, спасен, все, куда тебе стремиться? Выше-то уже не поднимешься, да? Ну и о церкви тоже говорится, пятая глава, что в церковь наполняли уже люди. Церковь, кажется, ну церковь это все есть уже, Христово тело, уже спасение, но нет. Оказывается, есть церковь торжествующая на небесах и церковь воинствующая здесь на земле, которую может сатана через своих клеветников, а потом и через антихриста, то есть почти что сам рассеять, развеять. Поэтому нужно все время здесь бодрствовать, непрестанно молиться и все соблюдать, что Господь заповедал, и радоваться этому. В общем-то, как сказал, у тебя глаголы вечной жизни, Петр. Да, братья. И дальше Павел пишет, что о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, и шестой стих, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Видите, как он о слове благовествования говорит, которое пребывает у вас, как во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Приносит плод. И вот толкование блаженного Феофилакта говорит как бы о каком одушевленном предмете, которое пребывает. Не пришло оно, говорит, к вам
и потом удалилось, но присутствует и господствует у вас, в вас. Этим он радует их. А так как многие делаются более твердыми, когда имеют сообщников, то прибавляет. И во всем мире. Оно всюду присуще, всюду твердо стоит. Приносит плод по делам. Возрастает, потому что постоянно многие присоединяются к этой вере. Но оно не приносило бы плодов, если бы не было твердым. Ибо и деревья тогда больше приносят плодов, когда твердо укреплены. Как и прежде, предрасполагает к себе похвалами, чтобы они не отступали хотя бы того и хотелось. Ибо если и всем одинаковым образом проповедано было Евангелие, каким же образом некоторые учат иначе? Приносят, говорит, плоды, и возрастает благовествование в вас с того дня, как вы познали благодать. Каким же образом? Не обольщением и пустыми словами, но истиной, то есть необычайными знамениями и делами. И вот все слова апостолов сопровождали дела веры, чудеса, исцеления, изгнания бесов. И сам апостол писал, что Царствие Небесное не в слове, а в силе, да, должно слово подкреплено быть. И вот есть такое, плоды возрастают. Читал вот в какой-то литературе монашеской, там, можно ли хвалить христианина, монаха? Нет, это, ну, долго расписывают, но если в двух словах, хвалить только портить. А видите, здесь мы видим, что Павел хвалит их и подбадривает, чтобы они еще больше укреплялись. Ну, как-то вот все. Конечно, какая радость будет, если даже и хвалить-то нельзя, да? Даже за добрые дела. А я вот, ну, конечно, вопрос. Пожалуйста, да. Вопрос к этому хотел задать. Вот. Это жизнь. Вот хвалить там или что-то еще. Это наша жизнь человеческая. И человек желает знать, кто его куда ведет, кто лидер и так далее. Это нормально все. Ведь есть же священники, есть епископы, блюстители церкви. Есть старшие, тем более женщины, они подчинены верующим братьям, начиная со старших, то есть с пресвитеров, епископов и заканчивая другими там клерошанами и мирянами, мужчинами, благочестивыми верующими. Ну, то есть, как всегда, есть начальствующие, впереди стоящие, и это все. В церкви должно быть все понятно. Мне вот вопрос другой интересует. А не было ни литургии Златоуста, ни Василия Великого, таких литургий не было. Вот. Как они, чем они занимались в храмах? Как они своих детей готовили? Они же были язычники до этого. У них было все понятно. Язычество это типа сегодняшнего, будем говорить, ну типа сегодняшнего, как бы сказать, ну мусульманство. Мусульмане, они не дохристиане. Они остановились на середине пути и не пошли дальше. То есть Евангелие не приняли, главных слов Христа они не приняли, что нужно самим измениться, и Бог Троица, то есть у нас Бог Отец, Он, это еще не все уже. Когда-то было все, да, все понимали Бог Отец, и Бог Иегова, и все, конец. Но Богоявление, 19 января мы праздновали его, Бог Отец добровольно показал Сына Своего. Сын добровольно подчинился Отцу. А Дух Святой вообще, ну, как было у них на Привечном Совете, его Троицы, так все, и он и поступает. То есть, как сказал Иоанн Креститель, Евангелие от Иоанна, так, первая глава, 40 какой-то стих сейчас, не помню точно. Можно это открыть? Евангелие от Иоанна, первую главу. И от Иоанна, первую главу.
И вот он как говорит. Вот, в конец листай, где он стоит и беседует. Далеко только не листай. Стоп, уже перелистнул. Так, на другой день видит идущего Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был посреди меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал он, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Вот как все случилось. Тут какие таинственные слова, которые нам непонятны. Пославший меня крестить. Когда послал? Никто не знает. Ну, в общем-то, и все. Вот зафиксируйте себе. Первое, вот с 30 и по 34. С 30 по 34. 5 стихов. И вот и среди них таинственный стих. Послал меня крестить. Кто скажет? Когда послал? Как послал? Кто сказал при пославший меня, пославший, как явился он, как в кусте горящем и не сгорающем, или как? Никто не знает. То есть это тайна. Но она и называется тайна домостроительства. Как бы Господь нам, как апостол Павел сказал: я все засвидетельствовал для спасения. Учил вас 3 года день и ночь со слезами на глазах. То есть для спасения все есть. Но есть такие места, которые нам не открываются. Почему? Ну, а чтобы мы о себе много не думали. А то некоторые сильно ученые становятся, много знающие, и начинают думать, что они все знают. Уже и книгу «Апокалипсис» всю раскрыли там и так далее. Все они прям все знают. Ну, знают-то знают, а когда дело доходит до горячего, что такое число 666? И поплыли. Вот Илон Маск сейчас начал чипировать людей уже по-настоящему. Там они что-то даже изменяются как-то головой. И что? Ну, все, значит, скоро. А деньги, когда денег-то не будет, ни покупать, ни продавать, надо чипирование. А деньги есть. И причем больше всех к безденежью стремится Россия, а не какие-то другие страны. В других странах, как в Америке, вообще наличку не хотят отдавать. В Европе не хотят наличку отдавать. Значит, что-то будет. А этот зверь, который придет и будет... создаст такой образ зверя, который будет и говорить, и действовать как зверь. Что это такое? Ну, давайте. Ну, так и все. А какое имя зверя? Значит, мы глупые все. Сочти, если ты не глуп. 666. Ничего не знаем. А Господь говорит как? Не ваше время знать времена и сроки. Вы трудитесь. И вот мне интересно, как они трудились? Что они делали? Они ходили рядом, благовествовали? Где эти колоссы находились? Кто точно знает? Показали географию-то? Где они? Да, показали, да. Но на берегу моря или нет? Нет, не на берегу там. А что там рядом? Есть какой-нибудь водоем-то? Филадельфия есть, водоем. Да. Какое-то озеро-то там вроде бы. Да, есть озеро, совершенно верно. А рядом какой город, который тоже упоминается в послании? Ладикия, да. Ладикия, да. И он столица. Столица Ладикия, столица. А Колоссы – это маленький городок. Небольшой. А это, может быть, они там друг к другу ходили в гости там где-то, но все это по дорогам римским они ходили, перемещались-то. Рим тогда в мире был, ни гражданских войн не было, ни других каких-то больших войн. Рим был на пике, только-только началась империя, то есть в руках одного человека сосредоточились огромные резервы. И причем этот человек оказался не самым подлым, не самым злобным. Август его звали, потом Тиберий. За христианами еще не гонялись. Христиане могли ходить, благовествовать. И рассеялись, говорит. 8 глава, да? Деяния святых апостолов. И рассеявшиеся, говорит, ходили и благовествовали. А вот вопрос был, что делали христиане без литургии? Я вот тут... Ну, я вот сейчас спрашиваю. Вот они детей собирали. Дети не любят ходить в храмы наши, потому что непонятно ничего. Да и понятно, что непонятно.
И они не понимают ничего, дети стоят, чего от них хотят. Ну, то есть этим надо родителям, ну, прям скорбеть или не скорбеть, не знаю что. Ну, то есть знать, что их дети, они неверующие. Ну, в том плане, в котором бы нам хотелось, чтобы они были верующими. Да, это, наверное, родители и сами видят. Когда верующий человек, с ним можно договориться. Все-таки. Верующий человек, ты видишь, что какие-то, ну, непонятности идут, ты можешь с ним побеседовать и местами писания все это разблокировать это состояние, которое случилось. Ну, допустим, Матфея 18 глава, если там кажется, кто-то согрешил против тебя, можно после первого разговора все это разрешить. Но если нет, то второе есть, а там есть целый совет. Вот знаете, у нас совет собирается только на крещение людей. И очень редко, может быть, за 28, ну, сколько я в совете, не 28 лет, ну, 20 лет я в совете, и за это время, ну, собирались по серьезным вопросам, ну, 5 раз, может быть, серьезные вопросы были, такие прям церковные, когда касалось людей, которые ну, должны были вообще не остаться или нет, или что-то такое, что влияло на члена общины в негативную сторону, поэтому пытались этот вопрос разрешить. Ну, и все. А так всегда, ну, добивались, или человек сам уходил. Допустим, у нас был пьяница горький, и с ним беседовали. Ну, он не хотел сознаваться. Не знали, что делать, и там и мать жаловалась, и там кто только не жаловался. И в конечном итоге Господь сам на него повлиял как-то, и он ушел. То есть никогда человек, который не будет жить законами Христовыми, он долго не сможет жить. Начинает свое что-то выдумывать и так далее. Вот апостол Павел, вот он к нему сейчас обращается, ясно, что он благоволит Колоссянам. Видать, небольшая община была и крепкая. Ну вот вопрос я задал, а вопрос-то риторический. Мы не знаем, чем они занимались. Ну вот я нашел, был такой Иустин, философ-мученик, 2 век, и он писал, как это у них проходило, богослужение. Это, кажется, называется с Трифоном Иудеем спор, ну как-то так. «После того, как омоется, таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к так называемым братьям в общее собрание для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам добрыми гражданами, исполнителями заповедей для получения вечного спасения. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братьев приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявший это, воссылает именем Сына и Духа Святаго хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» — еврейское слово, означает «да будет». После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы, дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. Пища у нас это называется Евхаристию, в скобочках благодарение, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего, и омылся омовением в оставлении грехов и в возрождение, и живет так, как предал Христос. Ибо мы приносим это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его, и от которой через уподобление получает питание ваша кровь и плоть, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями,
предали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: «Это делайте в мое воспоминание, это есть тело мое». По добрым образом он взял чашу и благодарил и сказал: «Это есть кровь моя», и подал им одним. То же самое злые демоны из подражания научили делать и в таинствах Митры. Ибо, как вы знаете или можете узнать, при посвящении вступившего в таинство предлагается там хлеб и чаша с водою. С того времени мы между собой всегда делаем воспоминания об этом. И достаточно из нас помогает всем бедным, и мы всегда живем заодно друг с другом. За все получаемые нами благодеяния мы прославляем Создателя всего через Его Сына Иисуса Христа и через Духа Святаго. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам, и читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончил молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь», и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение. А к небывшим они посылаются через диаконов. Достаточные же и желающие каждый по своему произволению дают, что хотят, и собранных хранится у предстоятеля. А он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в вузах, о странниках издалека, вообще печется о всех находящихся в нужде. В день же солнца мы все вообще делаем собрание, потому что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир, и Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли его накануне Сатурнова дня, а в день после Сатурнова дня, то есть в день солнца, он явился апостолам своим и ученикам и преподал им то, что представили мы и на ваше усмотрение. То есть, видите, как был, да? Читали Слово Божие, потом предстоятель вставал и читал проповедь, всех увещевал подражать тем, как написано, прекрасным вещам. Дальше все встают и высылают молитвы. Ну, дальше приносится хлеб, то есть причащение было. Вот, и дальше там раздаяние всяких то благотворителей. Ну, вот так вот жили. Интересное свидетельство, конечно, второй век, жалко мало их с того времени, вот именно как проходило богослужение. Ну, одно понятно, что на понятном языке. Да, точно. Все понимали. И, видимо, они как-то сидя, что ли, это все слушали, Слово Божие, проповеди, я так понял. Если написано там, потом встают, молятся, ну... Главное, непонятно, как теперь к нам это приложить-то. Как наше священноначалие, священники, как они не могут согласиться, упираются, что всем лучше на русском языке слушать молитвы. Что, молитвы перевести на русский язык не можем, что ли? Они сакральные, там что-то там, такой язык певучий, что-то. Но, а дети-то не любят богослужение. Не просто не любят, а они с ума сходят. Не с ума сходят, а беснуются. И никого нет. Ну, детей нет, только притаскивают их или уже под напором приводят. Чего непонятного-то? Ну да, у нас в основном под конец только приносят на причащение и все. Ну и что это? Понятно же, что что-то не так должно быть. Вот ты это сейчас прочитал, и мы видим, что это не так. А так все вместе, видишь, и принимают, и там и о болезни пекутся они, и о странниках. Нету только опять о проповедующих. Кто-то ходил от этой общины, проповедовал в другие города, вот как я, в Ладике или еще куда-то. Они, вот те семь
малоазийских церквей, ну, под именем которых вся Вселенская Церковь поминается. Первая, третья главы от книги Откровения. Хороший вопрос. Это надо почитать у него. Я просто его не отрывками только читал. Да, много. Вот они откуда взялись-то все три? Ну, там понятно. Что? О которых говорит апостол Павел в своих посланиях. О других-то неизвестно из семи. О шести-то неизвестно. Ну, а будем говорить о пяти неизвестно. Вообще, откуда они взялись? Может быть, колоссяне благовествовали или ладиокийцы эти? Как они пришли к этому? Дети хотят трудиться. Задаю вопросы, а что бы вы хотели? Хотели бы что-то вот делать, чтобы было как-то активнее и так далее. То есть люди себя не видят вот в этой сидячей работе, пока они молоды. Им охота где-то что-то делать куда-то. Вперед, не робея, навстречу идите. Уставшим бойцам не страшитесь креста. Растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа. Плоды приносите. Ну, то есть какого-то опыта набираться. Ну, как говорят эти преступники, набираются опыта в тюрьме. Где молодым христианам набираться опыта? Ну вот хорошо занимает молодежь у еретиков, там бесконечные какие-то конференции, там праздники, собрания, молодежное общение. Каждый готовит песни какие-то свои, там все практически поют. Ну, кто проповедь говорит, все практически тоже из мужского пола. Ну, в общем, там постоянно все заняты, поэтому, ну, молодежи там много, конечно. Не то слово «много». Я видел это молодежные там собрания у них, пятидесятников, баптистов, и работал когда вместе с ними в бригаде отделочников. Они постоянно были вечером заняты, практически, ну, 4 раза в неделю где-то они уходили к себе туда, на собрание. Со скрипками, с гитарами, с духовыми инструментами. Что такое? Опять какой-то концерт готовят, опять концерт. То есть всегда заняты, всегда такие деятельные. И Господь открывал им прям эти, как говорится, ману небесную. Получали хорошо. И мы работали рядом с ними, тоже получали хорошо. Они не обманывали. В этом плане нормально все. Ну, в другом плане они сразу сказали, о бороде с нами не разговаривать. Безбородые. Да. Запинающий грех. Да, и вот эти песнопения, которые я спел, это «Приветом Христово цветущее племя», они глаза выпучили. Так это древнее какое-то, мы, да, слышали что-то такое. Там эти наши старые члены общины пели что-то такое. Мы сейчас так нет, не поем. И включили там какой-то рок «Изгнание сатаны». Довольные такие под него, аж плечиками подрыгивают, ножками подергивают. «Уходи, сатана, от нас», типа такого. Да, такие дойдут, конечно, до усталых бойцов. Ну, а начало знаешь этого песнопения? Ну, там как-то «Привет вам, Христово, цветущее племя». «Рожденное в бурях, великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые, неверие ведет к вам на лютую брань». Вот такое начало. Да вроде Храпов написал, да? Да, так сдвиньте ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Мощное песнопение. Ну, кого оно сейчас касается? Кто навстречу пойдет? Он, конечно, вовремя это написал, потому что как раз начались это гонения революционные, потом там Вторая мировая пришло там и так далее. Ну вот видите,
интересно, вот он песню написал, ну, хорошая песня, да. Но вот и у него книга есть, «Дом Божий, служение в нем», там вопрос такой. Ну, как же, вот Евхаристия, тело, кровь Христова, или это вот символы и знаки? Всегда же верили так? Он говорит, нет, вот все, кто когда-либо верил, что это тело и кровь Христова, ну, это учение еретическое и должно быть в церкви отвергнуто. То есть вот я сейчас читал Иустина Мученика, второй век, получается, он еретик у него. Ну, видите как, ересь как она. А песни мог, да, хорошие писать. Ну, потому что люди думали, что это мистицизм. Они тайн Божьего домостроительства не приняли, и все. А это принимается только верой. Вот и все. Умозрительно кто-то говорит, я тебе докажу. Вот есть такие, я смотрю, есть такие среди нас даже христиане. Я там доказываю, вот, что Бог есть, как ты докажешь. Да нельзя доказать, что Бог есть. Это ж понятно. Можно приводить какие-то не доказательства, а какие-то аргументы, да. Но надо их все устраивать через Священное Писание. Вот в чем дело. Другого у нас как бы нет доказательств. Для нас-то уже какие доказательства вообще? Я, когда рассказываю, ну, встречи у нас со Словом Божьим, я рассказываю, так я в это все верю, я себя вижу там уже, хожу между братьями или там среди язычников, или там рядом с императорами стою, с Корнелием, с Лонгиным. Я себя представляю там уже, все, как будто я там всегда был. А те, которые никогда не веровали, как они это представят? Вот возьмем интервью, ну, очень известное. Не знаю, слушал кто или нет, я прослушал. Там сплошная история, и поэтому, кто не знает историю, ну что ж, умывайтесь. А я так лично все понял, всю правду сказал. Но когда разговоры зашли о вере, если кто не знает, там о вере в конце, о вере спрашивает этот журналист. И получает ответ, мы же защищаемся, наша вера позволяет защищаться и отбивать врага от наших границ. Понятно? Вот и все. Вот она тайна где. Тайна беззакония, которая в конечном итоге погубит все человечество, все, что создавалось для того, чтобы мы были спасены. Но не на земле. Не на земле. Не ваше время знать времена и сроки, сказал Господь. Но Он сам придет и все совершит сам. Сам все сотворил, как сказал этот Тарас Бульба. Вот, сынку, я тебя породил, я тебя и побью. Так и Господь тоже. Он нас породил, Он все закончит. Водный потоп-то по чуть-чуть не закончил. Ну, а теперь закончит. Ну, давайте брать еще вот 7 стих, чтобы... «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Толкование. «Вы, говорит, на самом деле познали благодать так же, как учил вас Епафрас, ибо не иное происходило на деле, а иному он учил. Ибо он, вероятно, проповедовал Колосинам. Сим показывает, что этот муж достоин доверия, ибо я, Павел, не любил бы его, если бы он не был истинным проповедником, и не позвал бы его сотрудник, не назвал бы его сотрудником верного, то есть истинного. Ради вас, говорит он, служил в делах, подобающих Христу, ибо и то, что отправился к Павлу, утешал его в узах и известил его о событиях в Колоссах, и это было служением Христовым. Если же Епафрас – слуга Христов, как же вы говорите, что через ангелов вы приведены к Богу?» И показывает, видите, какое высокое было и тогда, и сейчас высокое было звание учителя, потому что тогда не было у всех Библии на руках-то. Тогда даже Новый Завет писался в это время. Может, только Евангелия были и несколько посланий, и все. Вот. А сейчас, конечно, сейчас все на руках есть, мы можем сравнить. И Василий Великий пишет, что
Всякого учителя нужно сравнивать с Божественным Писанием, и если не сходится, то отвращаться от тех людей, которые следуют этим лжеучениям. Это он писал в книге, называется «Нравственные правила». Вот, и сейчас тогда, братья, попробуем Игнат Тихонович подключить. А, Игнат Тихонович здесь. Вызываем Игнатия Тихоновича. Давайте, давайте. Братья, готовьте вопросы. Давайте вопросы. Ну, тут ты не попадешь. Давай. Игнатий Тихонович, я вот в Википедии посмотрел, там написано правильно говорить Колосиным. Вот, а как вы говорите, Колосяном или Колосиным? Да хоть как. Мы знаем, что это не нам написано. Поэтому у нас Аввакум, а у старообрядцев Аввакум. Как правильно? Когда они пасхальный канон поют, у них ударение в другом месте. А как узнать? У меня еврей, знакомый вот здесь, вот, отец Наум Израилевич. Вот вы спросите, так он не природный, да, он чистопородный, но родился в России, правильно, неправильно, он тоже не знает. Не знаю. Если бы по-французски было, я бы знал на последние гласные. А здесь так я привык к этому, так и называю. И я ни за кем не смотрю, кто как. Почему? Потому что не знаем. Да никакой роли это не играет. Языки не знаем. А раз не знаем, поэтому нам хоть что предложим и примем. Вот так. Вот я сказал Аввакум. Старообрядцев спросите, как они будут говорить. Аввакум или Аввакум? С новообрядцами у них разница в ударении. Это очень заметно. Вот у нас как говорят, Виктор. Ну, Виктор, понятно. А у французов Виктор. А буквы те же самые. Виктор Гюго. Видишь? Так что тут вольному воля. С нас не спросят, нам не выступать нигде. Можно и так ошибки не будет, да? А может быть так и так ошибка. А что ошибка-то? Это имя. Когда имя длинное, то надо знать, как вот корова, как корова, корова, корова. Три гласных. И как все получилось? Хоть как. Ну, так вот считают. Я привык говорить оси, другие считают осия. А меня спрашивают, а вы как считаете правильно? Я думаю, осия правильно, а я неправильно. Почему? Я привык уже. А почему думаете, что правильно? Потому что в фильме Иеремия, и там говорится, царь наш Иосия, переводчик. А уж в переводе они там знают. Вот как. Вот по-украински это как? Вот они меня называют Гнат. Все. А у нас Игнатий. Еще спрашивать. Я знаю, сколько занимался языками, испанским, немецким, французским, английским, греческим, латышским. Я самостоятельно изучал с людьми. Ну, какой-то опыт набирался. Я многое узнавал оттуда, что никогда бы не узнал. А когда понял, что есть переводчики, то... Я переводчики, переводы делал, которые в армии, в академии военной учились. Им надо было переводы делать. Я делал, мне отпуск предоставили не вовремя, домой съездил. Переводы. Вот так. Игнат Тихонович, а я заметил, вот православные говорят еретики, а все сектанты говорят еретики. Как-то... Ну, не еретики только, это уже... Еретики, конечно, еретики. Это вот они все еретики. Так говорят. Такого никогда не говорят. Вот, допустим, он у меня в руках, куда поехать, не, определяет компас, а у моряков компас. Ну почему? Потому что я стоял за штурвалом корабля. Компас. И так привыкаешь. Так, братья, у кого вопросы, может быть, есть? Да, пишите. Давайте. Кто Давайте. Не может говорить, пишите, я зачитаю.
Ну, давайте, давайте. Игнатий Тихонович, мир вам. Так, подождите минутку. Так, слушаю, говорите. Скажите, пожалуйста, что можно сказать женщине, которая в храм ходит, у нее сережки в виде крестиков, в виде креста. Да. Что можно ей сказать по этому поводу? Как сказать? Вот вопрос непростой. А она что, замужняя, нет? Да. Ну, замужняя она, видишь, священник ничего не говорит. Вы говорите не о крестиках, крестик она под ногами не держит. Так что тут, с одной стороны, ну, не положено так, украшение. Иоанн Златоуст высмеивает это все. Не надо, скажи, мы христиане, у нас внутренний человек, сокровенный человек, как пишет Петр. А украшение, это все про это говорится, это надо снять. И все. Отдай там или куда, чтобы не под ногами было. Вот если бы она была так нашего круга, то она бы знала это. А там, видать, не... Ну, надо подойти и знать как. Сначала муж, если муж, через мужа лучше всего. А то муж-то подумает, что с крестиками-то и жену заберут. Крест поставит на этом. Понял, спаси Христос. Аллилуйя. Ну что, остальные, это где вопросы? Я заметил, вот у меня вышли 4-томик стихов, проповеди в стихах, проповеди, не стихи, проповеди в стихах. Какую силу в них Бог заложил? Вот я объявление дам об этом, чтобы знали. Вот у человека... какая-то смута, что-то у него там несчастье какое-то, его уговаривают там, чтобы ничего не сделал. А я это понял, когда мы были у митрополита на этой неделе, и он открыл, стал считать, я по лицу вижу, что он, а у него-то забот-то сколько, митрополия-то большая, он стал считать, он совершенно другой делается, человек. Я тогда начинаю дома открываю, когда вот здесь, и надо, потому что там столько заложено, приходится каждое слово вдумываться, 2-3 раза прочитать. Вот тут Игорь Владимирович Добунов, он знает. Я сам другой раз так, что ж там скрывается под этим. А вот усатая Наталья-то, она выставляет. А вот, значит, в них заложено вот это. Не простота. Не просто. Вот как Исаковский пишет там, ну а что пишет? Ну такая, одинокая слышная гармонь. По улице кто-то бродит, девушкам спать не дает. Ну что в этом сокрыто? Или Катюша. Выходила на берег Катюши, на высокий берег, на крутой. Это грамматически неправильно. Но легко поется. И их пели солдаты. А там ничего нету. Катюша потом, ну, этот реактивный снаряд пошло. Видишь как? А когда мы были у Кирилла Сахарова, у отца Кирилла Сахарова, там, ну, я говорил, что вот Игнатия Тихоновича стихи, если кто плохо Библию знает, тому будет тяжело читать. Вначале нужно Библию прочитать, и видите, здесь ссылки есть, каждый стих относится, тогда вы будете понимать, и вам будет пользу большую получать. И все? Ну, там мы еще много чего говорили. И про стихи. Я говорю, потому что стихотворение, когда считает человек, сам считает, то там заложено очень много. Вот это эксклюзив, тот, что трансформированные такие переходные моменты переносятся с одного времени в другое, человек считает, он понимает, это его касается. Иногда говорят, а как вы знали, что мне это надо? Не знал я ничего, еще раз говорю. Я же показывал, как эти, откуда, вот в литературном институте в Москве, я когда свои стихи читал, а там ведущий был Лев Ашанин. Ну, он только сказал, какой богатый словарный запас, сразу подметил стихи. Так я говорю, я их пинками туда загоняю, эти рифмовку-то. Вот сегодня вы выставили, ну, сегодня там где-то, посмотрите. Вот на нашем здесь, и там выставила усатая Наталья стихотворение, там гляньте их, кто-нибудь.
посмотрите и прочитать его. Я ему могу задавать вопросы по стихам, и не сразу человек ответит. Никто не смотрит. Это которое... А он иначе, как храбрых отличить? А-а-а, то никак нельзя так вот по-другому, да? Ну ладно тогда, это тут раз нельзя по-другому никак. Но это стихотворение, это не два, не три, а 3467. Это за 9 лет написано. Тысячи. И каждое стихотворение не так, что один куплет и все. 9 куплетов в каждом, 9. Вот здесь вот я как раз перекинул это. Вот. Я удивляюсь своему народу, которому, увы, принадлежу. Он на спиртное заменяет воду, и в спорах не к Христу бежит, к ножу. Чего не пережили за столетия, хотя и христианская страна. Строй крепостной, царей убийства, плети, и квартирантка близкая, война. Умеет же работать на земле, каких канав нарыло кулачье. Проели недра, и стоит скелет, воруют, потому что все ничье. Когда фамилиями кто-то награждал, в управах, в сельсоветах, с палатами ума, пришедший содрогался, с нетерпением ждал, дрожали под дождем, а может, шла зима, 1 Ездри 10.13. И сколько же фантазий искрометных, разнообразия по именам родных, по специальности от шапки до подметки, хватали с неба, тыкали в земных, братались со скотом, зверьем и птицей, от прозвищ до ругательств подмели, от насекомых крылышки крупицы подметили, больной, здоров, велик. Праправнуки, кто смертен, кто погибло, а это сукин сын и блудов граф, плевака зацелует, злобен милый, Тупицын стал судьей, он тоже прав. Куда ни глянешь, бьются родники, таланты появляются и ныне. Всем протопопову молиться не с руки, про Смиркина вещать о Божьем сыне. До полуобморока можешь удивляться талантливым бездарностям в отвале. Не перекрестишься в наручниках запястья, забыли Библию, еду пекут на человечьем кале. Иезекииле 4.12. 25 сентября 2003 года. Ну как? Вам слышно было? Да, хорошее стихотворение, Игнатий Тихонович. Хорошее. Ты другой раз прочитай, ты поймешь, касается дальше. Я обвиняю вас, слепая власть. В погибель забери слепых коллег. Пророков посылал, обрекал не раз. Но покаяния от аспидов все нет и нет. Я обвиняю вас, раскрывших пасть. С оскалом. Безразмерно, ненасытно, за зверство кровожадное, за страсть, за нераскаянность, к ней признаков не видно. Вам кажется, на том глаза затмились, управы нет на извергов на вас, но если что приспичит, Божья милость спасет и вовремя амнистия указ. Толпа, повязанная сговором лоббистов, обманом лживых обещаний депутатов, вы в темноте ваш путь наклонный склизкий, сопревший в грехах. Пне опята. Я обвиняю вас, придется дать отчет не избирателям, тоскующим по урнам, а Богу Иегове, хотя вам, брат, сам черт. Страшилище, кривляки, банда урок. Слова Христа, они вас обвиняют за ненасытность, грабежи, разврат. Гробы окрашенные, вас все грехом воняет, и ваши съезды хищников парад. Я обвиняю вас, мошенников с кадилом, корыстолюбцы, скрывшие Писание, вам проповедь не нужна и не мила. Вы кажетесь себе такими молодцами. Я обвиняю вас и за церковный фарс, за ваше фарисейство и актерство. На исповедь к народу скажите без прикрас, где хлеб пекли за плесневелой черствой. Я обвиняю вас за прорванные сети, за подозрительность ко мне, к святому слову. Придется вам сполна за все ответить. Я... Уголовный кодекс Иеговы. Ну как? Задрожит, прекрасно, точно. Игнатий Тихонович, прекрасно. Ну, я не...
Не ради похвалы. Я еще раз говорю, я на полном серьезе. Вот это недавно, вот Ковачев тут с этим, помогали друг другу. Там, я, женщина, всем благодарен и вдосталь. Кто читал? А вы видео даже скидывали? Да. Вот. Кто знает, мог бы прочитать. Вот так. Может быть, можем попробовать видео поставить? А поставь видео. Сейчас. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня не заметив прошли, взглянули лишь косо, змеёю струились щекосы, занозой в них не вошел, и нечего то ворошить. Давай. А то Пушкин там написал, платье там, шорох и запах. Вот тут запах-то будет, свой запах будет. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня не заметив прошли. Взглянули лишь косо, змеёю струились чьи-косы. Занозою в них не вошел, и нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь. По лезвию острому кубарем там я скатился, а женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака, и сердце кострища с горящей своей головней. Но жив оставался, лишь бороду сдуло слегка, да теплою ночью прошедшее сладко кольнет. Не мне подбивать и тожить спектакль необычный, но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не в сладость, конечно, что чувствами сад ископычен, но снова я жив и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не прельстили. Характер немягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал мое тело, бесилось в могиле. А разум треножил в гиенском, сгорая огне. Один на распутье распутства был спутан, наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой, казалось не раз, что капут мне, но корень обрублен и вянут цветистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял, работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен в порошок истирал, примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храним несказанную милостью Божьей, вставал окруженный мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей, дивились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье в лесу отсиделся, в помощниках в деле Господнем счастливые чистые сестры. Обстиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле, и ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Ни в жаркой пустыне, ни в келье, в лесу отсиделся, в
помощниках в деле Господнем счастливые чистые сестры. Обстиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. А нельзя было сделать, чтобы видно было? А там же Бог, там и Бог умеет, и кадры какие идут. Вот попробуй еще посмотреть. Все видно было, Игнатий Тихонович. Видно. Как видно? Ничего не видно. Как я видно было? Я вроде включал демонстрацию, должно было видно быть. А ну-ка, один рубец хотя бы зарядите, я посмотрю. Там какие снимки-то сделаны, мама моя сидит. У матери нашей было у нас 12 детей, сверхмногодетной. Вот, и говорят, он... говорят, видно было все, вот. Ну, сделайте, чтобы я увидел хоть маленько, хоть полкуплета. Давайте мама еще. Ваша посередине сидела, а рядом и направо, и налево кто-то еще сидели с ней. Да, моя мама посередке была. Да-да-да, все мы видели. Ну, слава Богу, ну как же мне-то не показали. Буквы хорошо видно было. Да ладно, Владиславу поклон. О, а то без тебя экран сделай, еще получится. Ой-ой-ой. И женщинам всем благодарен и удостоен. Так-то видно, Игнатий Тихонович? Да, это чеченки стоят. Чеченки там сфотографировались, мы у них были. В Грозном. А это Надежда Васильевна была такая. А вот это вот одна библиотека, 10 женщин. Таких библиотек 650. О, прекрасно сделали. Представьте, по лезвию, острову, кубарем, там я скатился. Вот, придумаю это сказать. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака. И сердце кострища с горящей своей головней. Но жив оставался, лишь бороду сдуло слегка. Да теплую ночью прошедшее сладко кольнет. Придумай сказать так. Подпевать и тужить спектакль необычный. Это где я обратился? Был любим до беспамятства дикой девицей. Не в сладость, конечно, что чувствами сад ископычен. Но снова я жив и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не прельстили. Характер немягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал мое тело, бесилось в могиле. А разум треножил в гиенском, сгорая огне. Один на распутье распутство был спутан. Наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой, казалось не раз, что капут мне. Но корень обрублен, и вянут цветистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял. Работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен в порошок истирал. Примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храним несказанную милостью Божьей. Вставал окруженный мечтаньем во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей.
Дивились на юного близкие мне старики. Митрополит Сергий. В жаркой пустыне, не в келье, в лесу отсиделся. Балтийское море. Как в деле Господнем счастливые чистые сестры. Обстиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Не в жаркой пустыне, не в келье, в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господнем счастливые чистые сестры. Обстиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Это книги вышли за 9 лет. 38 томов. Потому что разум уничтожает больше всего блуд и компьютерные игры. Ну, наркотики само по себе. И ум мой блудом не источен. Вот видишь, какое. Ну, Владислав, оставил памятник себе. Дал Господь голос такой, и ударение, все правильно. Игнат Тихонович, спаси Христос, вам поклон до земли за труды ваши. Слышно меня? Владислав говорит. Не знаю, ветер. Спаси Христос, слава Богу. Я вам такой про книги. Помните? Как? Что еще раз? Про книги-то вы, которые, про библиотеку-то пели. Да, конечно. Да. Тогда дайте ее сюда, пускай люди посмотрят. Там столько заложено в нее. Это как раз будет на выходные раздумья. И вы поете там, играете. Но уже года два прошло. Братья, скиньте ссылку, я поставлю. Ну-ка, скажите, как называется-то? Что пользы нам от этих книг? Вот как называется первое. Что пользы нам от этих книг? Видно на экран, Игнат Тихонович? Да, можно на весь экран сделать. Никак лучше даже будет читать. Что пользы нам от этих книг? Поэзии и прозы, когда читающий из них не извлекает пользы, не просто пользу, но душе. Как жить с грехом бороться для взрослых и для малышей. Она сестра, не гостья, число бесчетное томов в библиотеках разных, но место Библии самой не занято и праздно. На все найдешь ответ чудесной этой книге. Так почему ж ее здесь нет? Я с удивлением вскрикнул. Библиотекарша тот час засуетилась срочно, и для отвода наших глаз несет каталог тощий, газеты старые, но в них о Боге ни словечко. Попался Лермонтова стих, карандашом помечен, как будто кладбище теней, и запах тлена пыльный. Но снова я спросил о ней,
А раньше, значит, были, и тихим шепотом склонясь, поведала смущенно, приехал как-то местный князь, партсекретарь горкома, ее он взял, не записал и не вернул два срока. Наверное, верующим стал, признал Христа за Бога и лично Библию тогда открыто подарил я. С ней горе вовсе не беда, она подаст вам силы, оставил адрес, телефон. Звоните, рад услышать, однажды слышу, как сквозь сон. Меня девчонка ищет, теперь она давно сестра, нашедшая Иисуса, и ты вот так, оставив страх, душой интересуйся, от этой книги книг и мне. Простер Спаситель длани, когда я был и глух, и нем, и на пути изранен, но он склонился и поднял, перевязал потуже и на осла меня забрал с собой на ужин. С тех пор для всех библиотек, на всех столах и полках, желаю Библию иметь. Любой овце и волку животворящая струя, напоит души пьяных, чтоб в человека не стрелять, свои узнать изъяны. Так вот такое-то еще, такого никогда нигде не было. Вот за 9 лет это Господь все сделал. 38 томов книг, а каждый том 752 страницы. Полный комплект, он занимает 1,40 м, 31 килограмм. И мы проехали из Барнаула до Владивостока, Лиссабон, Португалия, государства Европы, Скандинавии, Прибалтики, районных центров, получили от нас 650 библиотек. Имеют наши книги. В Москве главная центральная библиотека, она так называется теперь, Российская Федерация, называлась библиотека Ленина. И второе, историческая и парламентская. Во всех городах, в Дании, там только сдавала, она говорит, сегодня же книги будут в Королевской библиотеке. Вот Бог делает как. 650 библиотек. Это никогда в мире этого не было. Это надо было команду составить, ехали, а дорогой сколько выступлений, проповедей было. Вот Бог что делает. И поэтому мне очень радостно, что сейчас вот патриарх Кирилл прямо поставили вопросы, этот, Алфеев. Этот, он говорит, что, Иларион, что за год Библию. И патриарх говорит об этом, чтобы шли, не сидели на одном месте, свидетельствовали. Мы вписались об этом, ну, намного раньше. Видите, как вот, это Бог так делает. Наше сообщество какое вот собралось, как молитва начинается. А те, которые ушли, вы там, Ямшанов, других, то вы маленько им как-то сказать. Они потеряли все, они, говорит, нырнули из рая в ад. Сколько у нас богатства, сокровища, не выскажешь. А вот у стихов, вот когда человек в каком-то недоумении, там, горе, и он начинает читать, я вижу, он прямо меняется. Тем более надо несколько раз прочитать, а ему-то уже не до этого. Что какой-то у него там несчастный случай это был, или что это Бог так заложил. Ну что, молиться надо? Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, это потолок. Можно поставить группу, попросить братьев и сестер? Пожалуйста.
Так, простите просит меня, пожалуйста. Аллилуйя, это потолок поставить просит? Аллилуйя, ну поставь. Там Виктор сейчас его играет. Аллилуйя, это потолок. Вот. Об аллилуйя... Благодарю. Весь день не выходит у меня из головы. А найти не могу. Аллилуйя, это потолок. Зарядить. Это Савченко Виктор поет. Она должна дать ее. А то есть еще такое намногое, что ныне видим в храме. От попрошаек лгущих у оградки, до алтаря, до батюшки с дарами, мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям: я не сужу, а это так на ново. А далее слова от них все холодеет. Судить вас будет слышанное слово. Два куплета. Какие слова Бог положил. Там про Виктора Савченко стихотворение у меня есть. Он говорит: слава Богу, не украден, не убит. Он не пьяный, это, он не курит и пьянки не шатает. И он теперь это взял и говорит: не украден, не убит. Ему сильно понравилось. А сам же поет его. Аллилуйя. Вот так видно? Да, видать. Аллилуйя, это потолок. Выше не забраться, не достигнуть. Это все, чего достичь я смог. Прошептать, пропеть, предсмертно вскрикнуть. Аллилуйя, мой девиз и лозунг. 40 лет с ним Бога познаю. Получал не раз по 40 розок. Там без очереди многим выдаю. Аллилуйя, кое-как скажу я, не умея ничего понять. В эту жизнь, как в яму долговую, а потом на белого коня. Отошел бы, скинул в одночасье цель и направление потерял. Аллилуйя, утреннее счастье для всего мой строй материал. Перевод с еврейского подскажет, это значит: слава тебе, Боже. А больше нет намека даже, чтоб на это чуточку похоже. От долгов избавь меня, Иисусе, от лукавого спаси и сохрани. Без тебя ни шагу не спасусь я, ты стена, фундамент и гранит. Аллилуйя, упиваюсь счастьем, Библию открою поутру, разложу прошедшие на части, слезы благодарности утру. Почему, зачем сумел родиться, свой плацдарм в чреве захватить, к материнским виноградным кистям
по вине бабушкину день. Аллилуйя, испытание пули, рикошетят уже столько лет. Стражники у камеры заснули, путь свободен в аллилуйе свет. Аллилуйя, кое-как скажу я, не сумея ничего понять. В эту жизнь, как в яму долговую, а потом на белого коня. В эту жизнь, как в яму долговую, а потом на белого коня. Аллилуйя. Хватит, наверное. Аллилуйя, спаси Христос. Вот так. Назначайте, Игнат Тихонович, кто будет молиться. Хорошо. Откликаются пускай, я сейчас буду называть. Ростислав Румянцев здесь? Здесь. Молодец. Ну, пропоют братья, и сразу краткую молитву совершите, и прославьте в конце Троицу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И громко скажите аминь. Повторяю, кто скажет аминь, вы эту молитву делаете собственной, о чем говорит апостол Павел. Во славу Божию. Достойно есть я кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую воистину Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, да светится великолепное имя Твое на земном шаре, как на небесах. Благодарим Тебя, Бог Яхве Иегова, за этот день, за счастливую возможность посещать нам эти занятия по святому Слову Твоему, Библии. Просвети нас Духом Твоим Святым, Господи. Прости грехи наши, если мы не с полным усердием познавали Слово Твое. Сподоби нас и дальше еще собираться на этих занятиях, познание и исследование Твоего Священного Писания. Приумножь нашу братью, чтобы еще больше рабов Твоих могли исследовать Твое Священное Слово для спасения себя и близких, чтобы еще больше людей могли наслаждаться Словом Твоей истины и напоить им душу свою. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, за учителей наших, за Игнатия Тихоновича, что дал нам ключи от Священного Писания, что сподобил, Господи, нас, благодарим Тебя, жить в то время, и когда вышли книги Игнатия Тихоновича, и мы открыли для себя очень много нового, чего не знали те поколения, и видели истинный пример веры. Благодарим Тебя за неизреченную милость Твою. Помоги нам не уклониться от истинного пути Твоего и следовать за Тобой в мире и согласии до конца. Слава Тебе, Боже наш, Иегова, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь, спаси Христос. Аллилуйя. Все, отхожу. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Благодарю. Спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос.